Корпорация «Правительство для граждан» откроет работодателям доступ к личным данным сотрудников. Об этом сегодня во время пресс-тура журналистам рассказал председатель правления Аблайхан Оспанов. Такая функция станет доступна уже со следующего года. Допросить можно будет адресную или, например, справку о несудимости, но такие операции станут возможными лишь при согласии самого работника. Его он может дать, просто отправив СМС. Как отмечают в госкорпорации, вскоре многие услуги станут также роботизированы. А в ЦОНах за будут об очередях. До конца года, я надеюсь, мы обновим базовые информационные системы, оптимизируем их. Это же тоже интеграция информационных систем. Это большая работа, на которой необходимы средства, необходимы специалисты.